Возможно, временами. Мир, полный зданий и предметов, и людей, был чужд мне. Если я нуждалась в компании, то бегала с волками и с птицами летала. А если я поговорить хотела, то к деревьям обращалась. На время. Только детство быстрее проходит. Помню, как впервые покинула я земли дикие в обличье зверя. В тени я пряталась и наблюдала за горожанами. И странными они казались мне. Я у кареты даму знатную заметила в одеждах блистательных, подобие которым я не встречала раньше. Она явилась воплощением богатства и красоты, и я была ослеплена. Я проскользнула за ее спиной в карету и зеркало нашла там в оправе золотой. Оно сияло, украшенное яркими каменьями. Его к груди прижав, в восторге понеслась домой я, в земли дикие. Флемет разгневалась. Я была ребенком, не вошедшим в силу, и рисковала разоблачением ради прелестной безделушки. И Флемет мне дала урок. Зеркало отняв, она швырнула его на землю, и сердце мое разбилось вслед за ним. И глупым. Флемет была права, избавив меня от наваждения. Любовь и красота уходят. В них смысла нет, во власти же он есть. Эти уроки были трудны, но ведь без них меня сегодня не было бы здесь. Да, это так. И если вернуться к изначальному вопросу, наверное, в диких землях мне было одиноко. Но таков был порядок вещей. Иногда я задаюсь вопросом, что вышло бы из девочки, которая владела бы тем прекрасным золотым зеркалом? Но грезам этим нет места в реальной жизни.